Друзья, здравствуйте! У нас будет сегодня такой обзор, то есть делаем подбор для клиента. Покупателя зовут Олег. Олег, сейчас сделаем такой для вас подборчик, так как вы просили определенный ряд моделей. Вот, и немножко разберем, посмотрим, да, то есть по параметрам, по мощности, ну и все такое. Так, поехали, начнем слева. Смотрите, получается у нас данная моделька Eltronic 2033. Потом у нас модель 2056, моделька 2053 1200, моделька 2062, моделька свеженькая, в принципе, зарекомендовался очень хорошо. И, можно сказать, самая недорогая с вот этой всей линейки. И моделька последняя 2003 Wave. Вот, все Firebox, кроме модели 2033. Так, ну, что касаемо характеристик, да, давайте начнем. Пока не забыл, хочу померить, что забыл именно высоту данной модели. Смотрите, данная моделька у нас, если брать от пола живой размер, у нас получается 67 сантиметров почти. Вес у нее 13 с копейками, 13,5 где-то чистый вес данной модели. Да? Имеет она две восьмерочки. Динамика, суммарная мощность динамика 100 ватт, как заявляет производитель. Также в данной модели есть кнопочка Мегабас, прикольная штучка, то есть поэтому очень удобно. Так, что касаемо по настройкам, да, у нас здесь крутилочка громкости, также нажимаем кнопочку меню, также мы настраиваем по громкости, ну, по разбору там все потом. Так, кнопочка Light у нас подсветка режима, эквалайзер, TVS, кнопочка записи поющего микрофон, репит песни по кругу, приоритет микрофона. Это поете, например, в микрофон, не говорите, играет музыка, музыка делается автоматически тише, когда включаете эту функцию. Выключаете, то есть ничего не происходит. Мегабас, кнопочка меню, опять же повторюсь, нажимаем, да, вот, например, нажали, регулировка высоких и средних частот. Нажали, басы, да, и также добавляем мегабас, перемотка вперед-назад. Play, пауза и кнопочка мод. Приключение у нас на Bluetooth, USB и радио FM. Также в данной модельке есть ручка. Потом ручка такая вот, имеет колесики. Ну, такой сзади внешний вид, в принципе. Так она выглядит. Также имеет данная модель беспроводной микрофон и пульт. Дистанционное управление и инструкция на русском языке. А, еще не сказал, кнопочка у нас отдельное отключение подсветки. Кнопка включения включения колонки, потом микрофон проводной 1, микрофон 2, Line, USB, TF-карта, ну, в принципе, все стандартно. Сейчас повторюсь, в комплекте идет одна штука беспроводной микрофон и пульт дистанционного управления. То есть она с этого вот, будем сказать, ассортимента самая маленькая, да, ну и самая, будем сказать, немаленькая по мощности. Сейчас повторюсь, 100 Вт. Аккумулятор здесь 7000 мАч на 12 вольт. Так, поехали. Будем так сказать, самая большая с этого ассортимента, с этой кучки на сегодняшний день, это у нас 2056. То есть 2056 имеет два динамика по 12 дюймов, также пищалочку мы видим, фазик у нас находится сзади, так она выглядит сзади, колесики, вход под шнур питания, индикатор зарядки зеленый, зарядилась красненькая, значит требует зарядки, замигала, так. Она у нас идет Firebox, то есть суммарная мощность выдает этих блинов, которые устроены здесь, 150 Вт, как заявляет производитель. Батарейка здесь 12000 мАч на 12 вольт. Так, в данной модельке в комплекте идет два беспроводных микрофона и пульт, также инструкция на русском языке. В данной колонке, сразу, чтобы не забыть, отсутствует радио FM. Колоночка высотой метр, это чистый размер. Что у нее еще такого? А, высотой метр, вес у нее порядка 22 килограмм, где-то так, плюс-минус, я точно не помню, это самой колонки. В коробочке 24,5. Так, по настройкам у нас полосный эквалайзер, как видите, антенка для усиления мощности микрофонов, если не достают. Режим X-Bass, прикольная штука. Крутилочка громкости на микрофон, крутилочка громкости колонки. Тоже у нас слоты под USB, TF-карта, SDMMC-карта. Дисплей, кстати, друзья, обратите внимание, здесь как бы панель штаты, как у 2053, да, вот вернее дисплей, но не отображается здесь
индикатор заряда. Его здесь нет, друзья. Так, кнопочка мод. Включение, переключение у нас на Bluetooth и на AUX. Ну, на USB. Потом кнопочка repeat песни по кругу, кнопочка записи, поет песню, микрофон записывайте, регулировка подсветки, настройки, да, включайте, можно включать, выключать, перемотка назад, кнопочка TVS, также кнопочка является play, перемотка вперед. Микрофоны под проводные, раз, потом под гитару. Кнопочка приоритет микрофона, как ранее говорил, то есть горите микрофон, включайте кнопочку, да, музыка убавляется автоматически тише. Кнопочка отключения колонки и потом все настройки на микрофон и гитару, да. Это, друзья, у нас вход аудио, в комплекте идет шнур. Потом можно заряжать ее, например, от прикурителя или просто 12 вольт дополнительного аккумулятора еще. Вот, нужно находить такой вот преобразователь, переходник, кто называет. Он в свободном доступе продается, поэтому также в данной модельке такая функция. 2053 есть и 2062 есть. Такая же функция. То есть показываю сразу, чтобы потом я не забыл, да? Вот такие функции у нас есть, вернее, такой вход есть у нас. 2056, 2053 и 2062. Вот на данный момент. Так, что еще по данной модельке? Вес сказал, параметры сказал, высота метр, вес у нее там порядка 22 килограмм. 12 дюймов динамики, мощность 150 ватт. Ну, прикольная колонка. Ну, радио там отсутствует и нет индикатора зарядки. То есть, в принципе, вот такая вот фишка, да, в данном экземпляре. Так, поехали. Моделька 2053 1200, да. Как обещает производитель, данная колонка выдает 120 ватт, должна выдавать. Динамики здесь десяточки, также пищалочка, тоже на Firebox. Вес у него порядка двадцатки, в коробке она весит 21 там, килограмм с мелочью. Высота у нее 89 сантиметров. В комплекте два беспроводных микрофона, зарядочка и пульт. Станционное управление, инструкция на русском языке. Также имеем фазик, ручку, колесики. Вот, они в принципе с 20... Все много спрашивают, сравните нам конкретно две колонки. Честно, руки не доходят. Сравним обязательно. Так, что по панели управления? Дисплей мы видим. А, потом здесь тут вопрос, что за фигня вот эта? Друзья, это не пылесборник, не пепельница. Это сюда вставлять телефон. Ну, на сегодняшний день, если влазят такие телефоны, ну, у кого-то может и влезть сюда. И также здесь. Вот так вот. Можно ставить свой гаджет, чтобы его было видно, там, не знаю, чисто так вот. Так, что по панели управления? Крутелочка у нас... громкости на микрофон, друзья, обратите внимание, да, в 2053 все это отображается, в 2056 это не отображается. Так, потом гитара у нас громкость, кнопочка мут у нас, переключение, FM радио здесь присутствует, тут такой проводок есть, если что, плохо ловить, можно доставать, он запрятан в фазике. Так, приоритет микрофона, это опять повторюсь, это как говорите микрофон, музыка убавляется автоматически тише. Кнопочка записи музыки, там поет песни микрофон, то есть записывайте, вставляйте флешку, нажимать кнопочку, записывайте. Так, также одной кнопкой является у нас поиск каналов, радио FM, кнопочка play и кнопочка TVS. Так, кнопочка у нас вперед-назад. Треков, да, потом две кнопочки у нас X-Bass, потом настройки на микрофон плюс-минус, включение кнопочка, кнопочка регулировки подсветки, и также у нас эффекты, там, честно, даже сам толком не понял, что за эффект, как бы, ну, нужно будет поковырять, скажу честно, вот, никогда не включал, не использовал, потом регулировка бас, регулировка средних высоких частот, и крутелочка громкости на колонку. Ну, в принципе, все. Еще раз повторюсь, порядка 20 килограмм весит колонка, динамики у нее десяточки. Суммарная мощность до 120 ватт, как обещает заявлять производитель колонка Firebox. Высота 89. Ну, в принципе, все. Аккумулятор, друзья, 12 тысяч, так как 56-й, 12 тысяч на 12 вольт. В принципе, достаточно долго играет. Так, поехали. У нас данная моделька свежачок, она вышла у нас недавно. Такая сурда недорогая, интересная штучка, но давайте разберем. Смотрите, производитель обещает здесь 100 ватт. Да? Мы видим динамики здесь десяточки, оригинальная такая подсветка, тоже много всяких разных подсветок.
принципе, как во всех колонках в Фроник всегда что-то есть интересное. Вот, ну, ладно, там потом ковырять. Так, что мы видим? Дисплей, индикатор заряда, в принципе, достаточно крупный, все это видно. Так, у нас крутелочка громкости на гитару, у нас крутелочка громкости на микрофон, большая крутелочка у нас громкость на колонку, кнопочка X-Bass, крутелочка, эквалайзер с такими вот качельками своего рода, да, кнопочка мод, регулировка подсветки, кнопка записи микрофона, кнопка также включения-выключения, то есть подсветки отдельно и включение самой колонки, вход под гитару, вход под микрофон проводной, приоритет микрофона, кнопочка, флеш-слоты SD, MMC, USB, аудиовход. За данный вход я говорил, от аккумулятора 12 вольт, вход под шнур питания 220 зарядки. Так, эффекты на микрофон, эхо, микрофон бас настроить и микрофон высокий средний частот. Так, что еще? Кнопочка назад перемотки, кнопочка play, pause, TVS, также является кнопочкой scan radio FM, кнопочка перемотки вперед. Ну, в принципе, все. Все, в принципе, понятно, все прикольно. Так, высота у нее порядка 82 сантиметра, вес у нее 15,5 килограмм. Аккумулятор здесь 7000 мАч на 12 вольт. Длины здесь десяточки, да? Так, ручка, колесики, также антенна у нее как 53-й фазики находится. Такой у нее дизайн. Вес у нее 15,5, еще раз повторюсь. Обещает производитель, что она может выдавать 100 ватт. Так, ну, в принципе, по данной модели все. А, не все. В данной модельке имеется у нас два микрофона беспроводных, пульт дистанционного управления, инструкция на русском языке. Так, и, по-моему, кабель AUX, точно уже не помню. Ну, это мелочи, но, тем не менее, они есть. Так, колоночка у нас 2003 Wave. Высота в данной модельке 84 сантиметра. Данная колоночка у нас Firebox. Вот, колоночка уже как бы продается давно. Неплохо себя зарекомендовала. Сейчас выберем какую-то подсветку. Ну, подсветка у нее как бы все-таки вот других как-то, мне кажется, то ли поболее. Здесь просто меняется огонь. И вот этот чисто под басы, да, как эквалайзер, как-то прикольно. Вот самая прикольная подсветка у нее, которая мне нравится. Так, дисплей видим у нее впереди. Вес данной колоночки 13,5 килограмм. Высота 84, еще раз повторюсь. Аккумулятор здесь 7000 мАч на... Так, стоп. Да, 7000. Тут 15 вольт заявлен, да. Ну, также, наверное, 12 там и стоит. Так, что еще тут в данной колоночке? По комплектации у нее один микрофон беспроводной, пульт и инструкция на русском языке. Десяточки у нее два динамика плюс пищалочка. Суммарная мощность, как обещает производитель, он выдает, должна выдавать 80 ватт. Так, у нее внешний вид. Также сзади фазик, ручка, колесики. Так, и во всех, друзья, во всех моделях, во всех корпуса идут пластмассовые, чтобы имели в виду, то есть идет ABS пластик. Поэтому здесь МДФ нет вообще с данных моделей. Так, что касаемо по настройке. Крутелочка громкости основная, потом крутелочки громкости высокий средний частот, крутелочка бас, кнопка регулировки подсветки, песни по кругу, вперед, кнопочка play-пауза, кнопка назад, режим TVS, кнопочка мод, радио FM присутствует. Так, кнопочка, так, регулировки громкости микрофона, потом крутелочка регулировки эхо микрофона, микрофон эффекты, гитара громкость, под флешку TF-карта, USB, аудиовыход, не вход, выход. Так, AUX, как это называется. Ну, так и слайм. Так, потом гитара вход, микрофон один, микрофон второй, индикатор заряда. Ну, в принципе, все. Кнопочка включения данной колодочки. Ну, в принципе, друзья, вот так видит у нас ассортиментис под данный подбор. Ну, в принципе, все. Что касаемо ценовой политики данной модели, да, данных моделей, вернее, да, ценовой, вернее, категории, неправильно выразился. Вот, тут все зависит от модели. В принципе, ну, разлет, да, есть, конечно, по ценам, поэтому кому понравились данные модели, друзья, пишите, пожалуйста, мне
на номер, он будет указан под данным роликом. Только не пишите в комментариях, пожалуйста, цена. Вот дослушайте, пожалуйста, ролик до конца. Вот, и пишите, пожалуйста, Viber, WhatsApp. Номер будет указан под роликом или в описании также под роликом, или в названии в ролике я обычно пишу. Смотрите там. Наш официальный сайт удроникроссия.ру. Там немножко у нас цены подороже. Хотите чуть сэкономить, пишите на мой номер Viber, WhatsApp. Или же наш сайт партнера muzon.ru. Также будет в контактах все прописано. Так, ну, в принципе, все. Сейчас будем данные модельки слушать. Буду говорить конкретно Олегу, который запросил данный обзор, что и как по колоночкам, чтобы, допустим, мне больше понравилось. Но опять же, все зависит, для каких целей, что вы от него хотите. Поэтому тут на вкус и цвет, как говорят, да? Вот, поэтому спасибо за внимание, друзья. До свидания.